Всем здорово, ребят. Ну что, вот я добрался до компа, и у нас сегодня начало с обалденного аккаунта, бездонатный аккаунт моего подписчика Александра, который дал нам и донатный аккаунт, то есть будет битва основы и битва твинка. Находится он в гильдии проникновения. Вот так вот, есть своя беседа в ВК, писать ему rus307bg. БГ актив. Первые четвертые места. Битва гильдии атака фортов. Это новая гильдия, которая развивается. В общем, это бездонатный аккаунт. Самоцветы накоплены. 87. Но это, ребятушки, это не все самики. Вот так вот. А теперь они все. 112 с половиной тысяч самоцветов накопленных. Мы сегодня потратим под коллекционера, которые у нас добавили. Здесь есть Фобос, есть студеные с землеройкой, убрали отсюда ледяного феникса. В общем, поехали, посмотрим по аккаунту, как живут без доната с таким терпением. 66.91. Так, Фобос, Космо, Леди Лео, Лифет, Седна, Командора, Пабашка, Летяха, Оккультист, Землеройка, Свален, Махатма. Ну, надо нормально вытащить. Странно, странно, что он призрачного не открыл. Так, окей. С этим понятно. Очень он хочет ледяного феникса вытащить. Ой, ну, ожог, ну, конечно, в принципе, как вариант, тыковка вообще топовая, ну, без топчик, топчик. Смотрите, какой хороший бездонатик. Вообще отлично, супер. Правда, зачем здесь разброс? Не знаю. Но довольно-таки неплохо. Хороший аккаунт. Попробуем сейчас его, ребятушки, улучшить. А с вас, как обычно, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах и будете красавчиками. Так, поехали. У нас мега ролл. Посмотрим, что там на основе у него делается. Сразу же кинди падает. Что у него вообще здесь делается, интересно. Коробки есть. Ладненько. Ребятушки, секунду. Так, очень хочет ледяху. Ну, попробуем осуществить его мечту. Ледяной дьявол, а чем не ледяха? Так, смерть. Призрачный всадник. РТшка. Череп. Ух, хорошо пошло. Начало такое, легенда, а дальше нифига. Рыцарь. Ну, это такое. 150, имба. И тут же падает нам бугимен. Ну, бугимен. Так, нам нужен космище. Седнушка. Стоп. Есть, ребятушки. Первый недостающий герой у нас есть. Поздравляю. Ну, это только начало, это только разогрев. Самики, кстати, быстро уходят. Минус 12к. Рандомчик, давай, я в тебя верю. Капитан Дрейк, хранитель Валентина, рыцарь. Как только я сказал, что я в него верю, он сразу же дал нам две легенды. Ниндзя. Сердцеедка, опять ниндзя. Да что такое? Нам нужен ледяной феникс, а не сердцеедка. Малышник, РТшка, сердцеедка. Да ладно. Вы хотите сказать, что без донаты тоже плачут? Шаманище. Паладинище. Блин, ну как-то так. 30к. И печалька.
А вот это батька ролит, ребятушки. Фобуш к нам пришел. Поздравляю тебя. Ну, блин, Фобос обалденный герой. Я от него тащусь. Очень крутой герой. Я в PvP локациях. В общем, прожали лайк, ребятушки. Поехали дальше. Фоба у него на аккаунте есть. Соответственно, коллекционера мы должны фулового собрать. Сноу. Драка с землеройка. Да ладно. Афинка. Заклинательница. Вот оно понеслось. Огонь. Ну, нам нужен оккультист, мать вашу. Есть. Вот это кайф. Рандомчик, ты красавчик. Мы тебя любим сегодня. Так вот на бездонаток должно падать. Вот так вот. Вот так вот должно падать, ребятушки, на бездонатах. Ну, посмотрите. 42 тысячи мы затратили и только 10-15, офигеть. 42-10-15, я офигею. Поехали дальше. Паладин. Ниндзя. Капитан Рогатка. Хранитель. Еще один хранитель. Бог грома. Рино. Фух, я вам скажу, ребята, это было красивенько, красивенько, именно то, 13-15, 52 тысячи самоцветов, и мы до сих пор не дособирали. Это, конечно, жестко, но зато здесь есть уже топовый, топовый талантик, отлично. Леди Лео Череп, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, капитан Дрейк, паладин. Это целый паладин, королева. Ну давай уже, ведьма. Где ледяной феникс? Мы вытащили последний героев, оккультиста, Фобу, блин. Обалденно. Сердце, ой, говорю, сердцеедок мы дофига, седна. Давайте до 40к. Афинка еще одна, отлично. Ну блин, такие герои упали. Я вам скажу, я бы сам себе на основу хотел за такие деньги. Хотя я, в принципе, и так их и повытаскивал вообще за копейки. Так, Ара. На русском сервере нам вообще с Фобой повезло. Только сказал про Фобу, сразу же двойной Фоба. Вот, вот вам, пожалуйста, ребятушки. Второй Фоба на аккаунте. Обалдеть. Красиво, красиво. Фобоса, кстати, я что-то не помню, землеройка у него там есть или нету. Оккультист. Еще и Фоба на эволюцию, если захочет. Для бездоната все, все хорошо. Ну ничего себе у него тут ресурсов. Вот это он задротище. Так, землеройка, ребятушки, землеройка, четвертый недостающий герой, все-таки его здесь нету, нам нужен Космо или Дяха еще для полного состава, надо забрать, надеемся, ребята, админ панелька тащит, однозначно, и так уже, если посмотреть, блин, обалденно, я считаю. Призрачный всадник. Фея. И опять ледяной дьявол. Так, ну мы собрали слизней. Ну, я надеюсь, ну где-то рядом. Фея Фрея. Ну почти, стрелок, нифига себе. Укротитель. Ворожей. Хранитель. Заклинательница. Сердцеедка. Опять стрелок? Да ладно, вы издеваетесь уже. Седнушка еще одна, ребят. Еще одна седна. Суккуб. Нам нужен Космо. Нам нужен ледяной феникс. Триантик. Капитан Дрейк. Паладинище опять выпал. Просто паладинище.
жесткий роллинг. Ну, я вам скажу, легенды хорошие. Ворожей, Влад Дракула. Четыре таких топовых седна. Махатмушка. Мохнатушка ты наша. Да, Мохнатушка, Мохнатушка это хорошо. Атлант. Так, 5к осталось, ребят. Жестко, реально жестко. Махатма недостающая. Есть. Пятая имба, ребят. Это просто вышка. Это просто оно. Вот ради таких роллингов стоит копить самоцветы. Ну блин, нам нужен Космо или Дяха. Вот два героя, которые реально просто в этой сборке будут просто топчик. Ну, рандомчик, давай, Леди Лео. Ну давай, Триантище. Студеный. Ну, что я могу сказать? Я считаю, мы свою задачу выполнили. Конечно, мы не получили Ледяху. Возможно, ему Ледяха еще нужен и на основе. Но то, что нам упало, это просто топовые герои, которые реально будут просто тащить. Везде все и вся. Забрали мы фуловый коллекционер. Обалденно. Просто обалденно. Мешок с эмблемой восьмых рун. И... А почему бы и нет? Железка топчик. Мешок прайм, ребят. Прайм! Есть! На архидемона и рвение. Я считаю, вообще отлично. Так, с бигфутик Фрейка. Но тут у него по героям, в принципе, это все есть. Мы тут ничего такого нового не вытащим для этого аккаунта. Питомцы тоже все есть. В общем, что я могу вам сказать, ребят? Поздравляю тебя, у тебя теперь, как для бездоната, реально обалденные герои. Сейчас попробуем еще им талантики вытащить. А, и у него оккультист был или не? А, нет, это наш оккультист, это он не качает, просто я ж думаю, что это за фигня. Так, выживание, утекание. О, босс. Ну блин, посмотрите, какой здесь топовый алтарь у него. Я считаю, вообще просто отлично. Или не будем, пусть он сам уже на свое усмотрение повыставляет эти таланты. Это такое, каждый... Вот. А, у него тут, вот смотрите, мы ему по талантам, кстати, нормально вытащили. Вальс клинков, просто топчик. Он уже сам определится, давайте просто попробуем корочка. Давайте, 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 давайте кому-то вжарим нормальный талантик. Смотрите, сколько у него тут. Пока сюда так кину для силы. Берс. Ну, Махатма как вариант пока временно. ТУшка. ТУшка, ТУшка, ТУшка. Ну, я сюда кину. Бог войны. Это уже поинтересней. Рейк железка, тут бог войны. Так, кому такому Фрэнку? Фрэнку на время. Просто, ребят, изи. Ремочку он уже сам кому-то поставит и дальше поиграет с талантами. В общем, вот такой вот коллекционер. Ждите основы. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.